Многие цветоводы любят сажать цветы в обычные горшки, но это банально и привычно. А вот если поместить цветы в декоративное кашпо или изящную подставку, это уже более оригинально. Всем доброго дня! Сегодня мы поговорим о садовых подставках для цветов. Они служат прекрасным украшением для приусадебных участков. Какие же бывают подставки для цветов? Подставки деревянные. Для качественного оформления цветов на приусадебных участках деревянные подставки могут иметь различный вес, форму, стиль, цветовое оформление и габаритные размеры. Бывают садовые подставки из комбинированных материалов, то есть они сочетают в себе натуральное дерево и устойчивый прочный металл. Подставки садовые могут быть одноярусными или многоярусными для одного растения или сразу для нескольких. Цветовая гамма бывает черная, белая, черная с золотом или белая с золотом. И каждое изделие имеет такие готовые корзины, предназначенные для расположения цветов. Некоторые модели имеют опоры для вьющихся растений. И представьте, если вьюн пустит свои веточки вверх по кованым опорам, то эта композиция точно станет шедевром вашего сада. В интернет-магазине «Хитсад» имеется большой выбор подставок для сада с различными формами, размерами и стилем исполнения.